Хачатуров Сапиан, здравствуйте. Что вы чувствуете, играя именно за сборную Западной Армении? Здравствуйте. В первую очередь это гордость, потому что ты э, играешь за свою страну. Э, и мы всегда пытаемся показать э, лучшие стороны нашей страны, потому что у нас их очень много. Вот. Я очень рад. Что вы можете сказать по поводу первой игры соседей? Сделали вы работу над ошибками и что вы ожидаете от финала первая игра наша была очень слабая потому что мы вышли на поле очень э, э, слабыми э, не настроенными мы как бы настроились но мы думали то что э, будет очень легко но наверное ну мы ошиблись э, после этого мы сделали сделали работу над ошибками э, и вторую Третью, четвертую игру мы показали наш класс. Было очень тяжело. И вторая игра, и третья, и четвертая были очень много эмоций. И мы смогли доказать то, что у нас есть качество. И мы вышли в финал. Мы попытаемся... Мы уже сделали все. все. Мы подготовились к игре, чтобы не сделать те же ошибки, которые мы сделали, совершили в первой игре с Осетией. Так что мы будем готовы на 200% и удачи нам. Удачи вам, конечно. Спасибо большое.